Здравствуйте, дорогие зрители! Начиная с сегодняшнего дня, Дом культуры запускает цикл показа социальных фильмов для родителей в рамках всероссийского проекта «Киноуроки в школах России». Вы спросите, что такое проект «Киноуроки в школах России»? Задача проекта – воспитание поколений выпускников и школ 2020, 2030, 2040 годах за сформированием школьной широкой библиотечно-эпитических качеств, высоким уровнем социальной и индивидуальной комплектации.